Мы этот проект задумывали сделать по классу выше, чем то, что сейчас есть в районе Марьино. И это была непростая задача, потому что, с одной стороны, нужно же в разумных ценах остаться, а с другой стороны, сделать все очень красиво и достойно, чтобы качество жизни у людей повысилось. Мне кажется, это получилось. По сути, такого качества проекты раньше строили бизнес-класса. А сейчас с такого уровня удается строить и в районе Марьино комфорт-класс. Архитектурная особенность этого проекта заключается в том, что у нас разноуровневая застройка, что у нас продуманные планировочные решения. Сама концепция была такая, что каждая секция должна быть отдельно, как в Голландии, в Амстердаме, что разный кирпич. Был жесткий авторский надзор со стороны голландцев. Они приезжали в месяц по два раза. Все архитектурные решения были до мельчайших подробностей с ними согласованы, и здесь они воплощались в жизнь. Что касается фасадных решений, то это вентилируемый фасад. Фасад у нас сделан из экологически чистых, эксклюзивных, я бы сказал, материалов. Это искусственная плитка компании «Экостоун», которая была слеплены из голландского и немецкого кирпича. На проекте у нас самые лучшие материалы. Оконная конструкция компании «Рихау». Лифты в высотных секциях у нас «Отис». Первые этажи лобби двусветные. В России, да и в Москве, это в жилых домах редкость. Помимо сотрудников компании, которые следят и осуществляют строительный контроль, у нас есть внешняя строительная компания, которая также следит за качеством. То есть у нас двойной контроль качества. Мы специально идем на это для того, чтобы качество работ не страдало. Первый комплекс мы построили за 24 месяца, а второй комплекс, поскольку уже были наработанные решения по фасадам, по инженерии, нам удалось быстрее на 3 месяца построить.